Полиция Абакана ищет вандалов. Неизвестные разбили уличные фонари на аллее по улице Пушкина напротив политехнического колледжа. Об этом сегодня написали возмущенные жители города в социальных сетях. Вандалы разбили 10 светильников. Ну и теперь какое-то время здесь будет темно, пока коммунальщики не приведут все в порядок. К слову, это уже второй возмутительный случай в Абакане за последнее время. Несколько дней назад вандалы разрушили плиты у памятника жертвам политических репрессий. В ближайшие дни будут восстановлены, буквально завтра будет все сделано. Конечно же, это несет большие затраты на бюджет города. В среднем один светильник по ремонту обойдется порядка 2000 рублей. Несложно посчитать, да, сколько обойдется это все. Просьба к жителям, всех, кто что когда-то видит, замечает, обращаться в правоохранительные органы.